Я хотела светиться. Светиться так, как обещают на обложках журналов для беременных. Но правду не скроешь. Беременность отстой. Растить в себе нового человека ужасно трудно. Я уже не контролирую ни свое тело, ни эмоции, ни желания. Милый, прости, я хочу разбить тебе лицо. У нас зарезервирована палата. О, это ваш папа? Что? Кто? Это мой муж. Что вы такое говорите? Беспристрастный. Ты говорил, он просто милый, а не офигенно сексуальный. Умничка, Рози, отхватила кусок, молодец. Ты не сказала, что я милый? Честный взгляд. Она стопудово его трахнет. Знала бы, что так сиськи раздуются, 100 лет назад бы залетела. На то, чего стоит ждать? Мы станем одной семьей. Когда ждешь ребенка? В мужскую группу. Хочешь подготовить Алекса, запиши его в мужскую группу. Ты уронил ребенка с пеленального столика? Ну, с кем не бывает, подумаешь. Моя на той неделе сигарет съела, а я своего сушку для белья давеча нашел. А я чужого ребенка из ясли забрал, а мой в толчке купался. Как обычно, экранизация бестселлера Хейди Мёрхов. Грудное, значит, лучше. Да-да. Меня кормили грудью до 6 лет, и все только на пользу. Кэмерон Диаз, Дженнифер Лопес, Элизабет Бэнкс, Чейз Кроуфорд, Бруклин Беккер и другие. Посмотрите, каблуки 12 сантиметров. Она волшебный беременный единорог. Чего ждать, когда ждете ребенка? Мы просто едем смотреть дома, покупать не собираемся. Братан, если жена тащит тебя смотреть дома, значит, скоро купите. Вовсе нет. О, да, я не собираюсь покупать дом. Ты не поверишь. Привыкай к слову ипотека, чувак.